Привет. Субботний вечер. Вчера, нет, позавчера приехали мой сынок и невестка. Они приехали забирать Ванюшку. И у него уже закончились каникулы. Вот они прячутся. Возьмут еще Сашка к себе туда, в Киев, отдохнуть. Вот. Ну и мы, как всегда, пригласили Сватю, потому что завтра они уезжают. А у нас есть возможность где сесть, чтобы это не было в квартире или где. И вот мы накрыли стол, сегодня мы делаем шашлыки, ну и посидим, поговорим. Вы сами знаете, что в наше время мы со сватями видимся или на день рождения, или вот здесь. Поэтому вот так, вот стол мы накрыли. Ну что сейчас? Сейчас у нас кабачки и грибы, это невестка моя привезла, очень вкусные. Как они называются? Это как, это польские грибы. Ну, вот сделали такие салатики. Все, вот это все со своего огорода. Вот огурчики, помидорчики уже у нас пошли. Вот это цветная капусточка в кляре в этом и полита лимончиком. Ну, мы так по-простому. Ребята, не рассказывала вам. Крыжовник маринованный тоже свой. Кетчуп у нас тоже свой. Ну и селедочка, все. Все по-простому. Два вида салатика. И будут еще шашлыки, молодая картошечка. Ну, вот так вот. Надо, у нас жизнь продолжается, надо жить попроще. Стол накрыли, посидели сегодня. Все хорошо. Отложить закатки, отложить огород. Правда, персики, честно, падают. Могу показать. Пойдемте покажу. Это наши персики, ребята. Это второй мой персик. Ну, конечно, я ребятам тоже буду персики давать. Смотрите, у нас какая беда случилась. Персик под тяжестью обломился. Мы не успели просто его, ну, неожиданно. Вот сейчас видите, сколько опоры стоит? Это оказалась такая тяжесть. У нас каждый год бывает обламывается по ветке. Он персики сегодня собирал, вот там уже чуть-чуть лежат. Ну, вчера закатывала компот с персиков. Так что, вот видите, как. Ну, будем все успевать. Ну, а здесь царствие моего супруга и свата. Костер уже горит. Здесь уже шашлыки у нас замоченные с вечера. Это всегда делает мой супруг. Я этого не касаюсь. И будем делать, могу показать, смотрите, любимые мои патиссоны, которые вы любите смотреть. Это будет на решеточке. Это молодюсенькие патиссоны, не думайте. Они политы соевым соусом, укропчик, чесночок. И это все мы положим на решетку. Будет очень вкусно. Ну что, ребята, стол накрыт, все уже в сборе у нас, мы садимся за стол, жизнь у меня продолжается, погода шикарная, всем пока!